Че? Че это нам? Огурцы. Ух ты, посмотрите. Огурчики. Идите прощаться, будете сейчас. Только перчатки нигде не бросайте, чтобы не забыть вам. А можно сейчас будет покупаться? Это с Владимиром Юрьевичем решайте. Как он распоряжение даст. И подойдите все ко мне, ребята. Приехала с двумя сумочками, уезжает с 6 сумками. Мед, варенье. Сейчас я всем. Можно я по одной конфетке им дам? А? Мне угостили, я всем дам. А вы мне все скачали, нет, что сами снимали? Я Володя, я приеду домой, все вам скачаю на скайп. У меня тут плохой интернет очень. Игнатий, я все скачаю. Спасибо, одной. Что приехали. Я вам очень рада. Меня угостили, я хочу. Что, конфеты? По одной. У нас запрет на все. По одной, Игнатий. Ни одной. Ну, пожалуйста. Нельзя. А то я, растают они у меня, я поеду. Маш, Даша. Давай, Максим, бери рюкзак. А вы можете берите сумки, помогайте тащить. Пошли, пошли. Володя. Все, иди быстрее, прощайтесь, быстрее. Все, стоите. Нет, в Барнауле Игорь Дыбунов за меня отвезет в аэропорт. Не забудь только, чтобы... Самый хороший человек. Да, да, разрешите. Да. Фотографию. Да, Валидочка, вот ты что мне сказал? Максим мой зять. Ну, я. Максим уезжает! Да. Ты что мне сказала, что ты сейчас едешь? Так я еду, Надежда. Да я бы прописала все. Я тебя не успела. Дай Надежде возьми. Так я вот видите, думала, что подъедет сразу. Да, это тетя Марина вас обучает. Иди, Максим. Максим, иди попрощайся. Подожди. Максим, иди попрощайся с ребятами. Так, Максим. Максим, попрощайся. Давай, у него друзей тут столько. Мне вот это только продукты. Я не понимаю. Максим, Евтихичка, я прощаюсь с Максимом, уезжай. Вон иди, вон того обними. Уйди с дороги. Ну ты это уйди, зачем идешь? Домой. Я тебе сказал, уйди, даже не слышишь. Ну отойди в сторонку-то, пожалуйста. Простите. Ой, да. Ну прям вот врезается. А может, ты знаешь, ты уйди. У вас хорошие дела были. Ну что? Давай. Да. Нигде не мельтешишь, сидим тут остань. Разговаривать не умеешь, убегаешь, у тебя ничего не получается. Просто путаешься. Я Володе дала вам. Стой, смотри, возьми, встань рядом. Вот туда встань, смотри, ты просила. Я вас всех люблю, вы на меня ничего не обижаетесь, на кого кричала или там ругала. Так, Надежда, отойдите. Давайте, да, простите меня. Да, прости. Я не вижу, Дарья-то где? Удачи. Даша еще там, я с ней попрощалась, она на кухне. Ага. Ангел-хранитель, дорогой. Ой, благодарю. Володя, прости, если что не так. Да ничего, вы меня простите. Может, я что-то должна тебе? Да ничего не должна. Точно? Да, все. Да. Все, с Богом. Ну, давай, все. Все. Василий Христос вас за заботу. Нет, я всех люблю. Не понял, что не говорил. Вам далеко ехать? Да. Только на север летите? Сейчас лечу в Краснодар на 2 дня, его оставлю дочке и потом сразу на домой. Ага. Сразу? Да, да едешь, напишу, да? Напишу. Садись, садись. Оля прислала записку, что я говорю, в поезде. А, да. Сюда. Ну все, давайте лагерь. Смотри-ка, чтобы было все хорошо. Чтобы не закрывать ехал. Ну, можно встать вот так. Вот, смотри, стой. Сразу отвернулся. Леша, ну, как люди делают, погляди. Стоят кругом, друг друга видят.
Максим, ты вообще прощаешься? Надя, не маши костылем тут, не надо. Это трава, да, это можно. Жалко провожать добрых людей. Пока, Максим, с Богом. Пока, Максим. Кто тебе шарика возить будет? Пока, Максим. Нет, он все, он вообще не учился. Нет, почему я? Вдвоем будете, вдвоем. Да. С Максимом. С Богом. Богом. Все, с Богом, брат. Они опять проволоку раскрутили вот на этой вот качели. Все опять вокруг заметали. Ну они куча, знаете, как сюда, а ты сядешь и вот так на месте крутишься. Кто? Ну вот эту веревку замотали как. Пошли, со мной все пошли. Маша, иди сюда. Денис, не отставай, вперед. Не-а. Сразу всегда забьет конфеты и все. У нас Максим показывал. Ногами не наступать на качелю. Ногами не наступай на качелю грязными. Давай. Вот посмотри, как делать надо. Вот, пошел. Так. О! А если туда не смог, здесь сразу с тормозилом встал, чтобы не закручивали. Нормально. Вам понятно? Да. Я не могу. Я так могу. Дай я попробую. Дай мне. Ну, да. Все, ребята. Все, пошли. Подождите. Пускай у них отдыхает. Поиграйте, походите. 10 минут отдыха. Да. А потом мы пойдем дальше работать. 45-15. Да. Я пока не отпускаю. А мы работаем пока. Иди. 5 минут работать. Все, иди. Отдыхайте, Маша. Вот туда иди. Поиграйте. Все, надо иди. Сема, отходи оттуда. Маша. Ладно, все, пошли. Потом нельзя показывать. Тихо. Давайте тут воду попьем. Можно попить? Я пить сильно хочу, но. Потерпите, потом подойдем.